На карте Югры появятся новые объекты. Зоны подтопления решили внести в схему территориального планирования региона на заседании окружного правительства. Речь идет о муниципалитетах, расположенных в непосредственной близости к бассейну Оби. В зонах подтопления будут действовать специальные градостроительные нормы. Они коснутся как временных, так и капитальных застроек. Позволит использовать эти земли с учетом названных ограничений, в том числе освобождение их от временных капитальных строений объектов, включая жилые дома, в соответствии с назначением и секторами выделенных зон. Город Нижневартовск, город Сургут и Сургутский район имеют такие зоны. То есть они у них довольно-таки существенные. И данными муниципалитетами была проведена соответствующая работа по установлению таких зон. То есть поймите правильно, здесь речь идет не только о зонах подтопления, то есть от разлива реки Оби. То есть здесь еще и в том числе идет речь о грунтовых водах, которые появляются в паводковый период. На этом же заседании внесли изменения в схемы территорий, которые выделены под индустриальные промышленные парки. Увеличены площади участков в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Кроме того, на карте региона появится еще один индустриальный парк в Пытьяхе.